Руся, Герочка, а пушиночка какая стала. Пусыночка, не какими-то отдельными лохмами, пятнами, клоками, а такая уже ровненькая стала. И я тебя люблю, и я тебя люблю, доча. Герусенька, ты на плечо ко мне хотела взлезть. Ты можешь упасть, Герусь. Да, пусынка моя сладкая. Томми. Вот так вот он выходит из дома. Прыгает на ручку, повисает, дверь открывает и выходит. Сейчас при мне стесняется. Я повернулась, все, сейчас не будет висеть. Вот груша. Груша у нас всегда счастливая. Вот она покушает, лежит, и она счастлива. Она так наскиталась, что у нее про вот один тот факт, что у нее есть крыша над головой, есть где полежать и покушать, и она уже счастлива. Ее даже гладить не надо, она лежит, сама урчит. Ну, а эти граждане, они вот вместе, это старожилы этого вагончика, ветераны, они тоже счастливы. Да, Герусь? Ты моя сладкая помазок. Ай, целовальщица моя. Моя дотя. Моя дотя. Давай, порвешь, порвешь. Так уже все порвано. Ванята, Ванята, сына мой. А, сейчас. Вот, вот, вот вечная история. Поцелуются, подерутся, опять поцелуются, да, Томми? Томичка, Томик, ты мой сладкий.